Доброе утро, друзья! Доброе утро из солнечного Петербурга. У нас с утра 24, но днем обещают опять 29. Так что сегодня у нас солнечно и жарко опять будет. А к вечеру дождик рисуют. И завтра нам обещают 20. Пока что жара не сдается. Посмотрим. Хорошего денечка вам, друзья. Посмотрите, вчера была гроза, ливень. В новостях такие последствия рассказывают ужасные. Мы еще с вами хорошо тут отделались, скажем так, легким испугом. То есть у нас еще в нашем районе более-менее. Посмотрим потом с вами вместе новости. Мы вчера говорили с вами о симках, и вот Елена мне в комментариях написала, вернее, она спросила, но я вспомнила. Слушайте, у нас же точно шла реклама. Спасибо, Леночка, можно сказать, вы мне подсказали даже, напомнили. Шла реклама, что можно оставить свой номер, если переходишь к другому оператору. Оленька, вот как раз, может быть, вам это пригодится. Я посмотрела потом в интернете, действительно, такая акция существует. Я не знаю, то, что она была, это точно, но как она выполняется сейчас именно, надо будет узнавать. То есть там, когда вы приезжаете, идете здесь к тому оператору, к которому вы хотите перейти, пишете у них заявление, что вы хотите перейти к этому оператору, но с сохранением своего прежнего номера, старого. Ну, естественно, номер должен быть не заблокирован, номер должен быть оплачен, без долгов, в смысле. И все, там пишет заявление, и, по-моему, через пару дней вас переводит к новому оператору. Там еще пишут в комментариях, что, естественно, вам звонят от старого оператора, предлагают выгодные условия, чтобы вы остались. В общем-то, если вы отказываетесь, то вас там через пару дней благополучно переводят на нового оператора. Не знаю, возможно ли это между регионами. Вообще, значит, имеет ли значение регион? Не знаю, это все нужно уточнять. Я думаю, что вы, Оленька, когда здесь по месту уже придете, пойдете оформлять связь, решите, что вам нужно. Я думаю, все там объяснят. Так что, Леночка, спасибо за подсказку. Ой, у нас так тепло уже, друзья, так тепло. Каждому по приветику, хорошего денечка солнечного. Сегодня пятница. Я еще думаю, у нас будут новости, что же откроют в Петербурге с понедельника. Потому что с понедельника, ну как, с 25 числа, не с понедельника, с 25 числа должен начаться второй этап. У нас сегодня какой? Я вообще по числам не помню даже, какое число сегодня. Если будут новости, ребятушки, расскажу вам обязательно, что у нас соберутся еще открыть. План снятия ограничения. Все, мои дорогончики, хорошего денечка.